Привет всем, с вами Ангел Рок, и сегодня мы продолжаем играть в игру Diablo 2. Я что-то пришел после работы, помылся в баньке, сел, ну, думал, поиграю маленько. А потом еще чуть-чуть подумал и решил позаписать маленько. Вот, ну, так, на чем мы там остановились? А, точно. Так, сейчас задание посмотрим. Так, задание... У нас, короче, поиск Кайна. Пирамидальные камни, но их мы помним. Каменное поле. Угу. Так, ну, всю игру я записывать не буду. Я еще, наверное, видосик запишу. Так, каменное поле. Так, где они у нас есть? Пирамидальные камни. Эй. Что-то я не помню, где они есть. Где-то, по-моему, здесь были. Наверное. Если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Так, а где они тогда? Блин, они, интересно, отмечаются на карте? А, вот они. Вот. Вот они. Так, сейчас зачистку сделаем. А, сдохнем все твари. Давай, давай, вали. О, молодец, молодчинка. Так, ключ. Золото. Золото, ключ. Так. Ага, теперь идем в инвентарь. Это кто там такой? Ты убила? Блин, ну ладно. Так, смотрим. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 5, все понятно. 1. Поджигайся. Ой-ой-ой. Я что сделал? Блин. Раз. Так. Блин, я уже забыл. Офигеть. Так, 1, 2, 3. 4, 5. Ага, я не на то нажимал. Понятно. 1, 2, 3, 4 и 5. Отлично. Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо. Задание. Так. Найдите и спасите Декарда Кайна. Угу, понятно. Фак. Один в другом. Вот так вот. Отлично. Вау. Какой трагический конец для Тристрама. Интересно, это я говорю, нет? О. Подождите, это... Это даже та деревенька, в которой мы вначале в самом были. Ого. Охренеть. Блин, я про это совсем забыл. Офигеть. Ну это круто. Вау-вау-вау. Так. Так, тихо. А, я думаю, что меня так мочит-то? Подожди, подожди, иди сюда, быстрее. Где там? А, вот так вот. Чтоб восстанавливать жизнь, а то нифига себе, что-то меня выносит. Так, надо сначала вот этих вынести. Идем, идем, чувак, идем. Так. Ну, ушел. И чё? Я Кару в лагере бродяг. Блин, а это... Я чё, перепутал? Да блин, нет, не может быть такого. Тут же должен быть этот... как его, характерический куб. Дайте мне характерический куб. Ой. Я нечаянно. Блин, да нет, это та деревня-то. Вы чё? Ну да. Вот здесь таверна была. Ну, то есть здесь этот не таверна, а как он? Блин. Кузнец был. Точно вспомнил. Здесь вот
таверна. Потом вот здесь целитель. Ну и все. А дальше там еще дома были. Вот здесь еще один дом был. Это я точно помню. И там тоже дом был. Там мы выполняли в первой части задание. Да, вот здесь вот был. Так. Ну а здесь должна стоять это. Как я. Ой. Ты охренел? Ты как так оказался живым? Вот. А здесь должна быть церквушка. Блин, но ее нету. Офигеть. Жаль, жаль. Блин, ну ладно. Так, а мы тут можем прокачать, оказывается. О. Так. Шипы. Так. Ага. Ну давайте его что ли прокачаем. Посмотрим. Так. Сразу поставим его, наверное, да? Так, вот это. Так. И здесь поставим. Сюда, 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 сюда. И сюда. Вот так вот. Отлично. Так, возвращаемся, короче, лагерь бродяг. Так. Декард Каин. И сюда. Благословенны бродяги. Они таки вытащили меня из этого проклятого места. Хе-хе. Написано одно, он сказал совсем другое. Ой-ой-ой-ой, чувак. Добрый день. Давным-давно дьявола и его братья... Блин, как много читать. Благословенны бродяги, к сожалению, я ничего не мог сделать для предотвращения катастрофы. Кровища. Так, ну пойдемте сразу спустимся вниз, да? Так. Эта башня должна быть очищена от зла. И полностью, да? Ну давайте очистим. Чё уж, нам не впервой. Так. Золото, конечно. Лечебное зелье. Гроб. Лечебное зелье. Тут ничего нету. Так. Что-то мне подсказывает, мы тут отхватим по полной. Да? Я не помню, честно говоря, кто здесь, какой босс. Да сдохните его, твари. Давай, давай, давай. Вали, вали. Молодец. Так. Это она, что ли, была? Да ну нафиг. А чё я так махом убил? Ой-ой-ой, сколько золота-то. Сфера. Так, лечебное зелье, лечебное. Так, пойдем дальше. Это вот этот вот, да? Главарь-то, кузнец. Да, точно. Ну, такой вот, бодренький такой главарь-то был. Ну, в смысле, потяжелее. А, подожди, это не он? Походу, да? Или он? Он был? Я не могу нести боль. Твою мать! Так, ну-ка нахрен. Где там? Где он есть? Вот он. А, он маленький. Давайте тогда так сделаем. И назад его поставим. Так, колечко.
свиток идентификации. Нормальный такой монастырь по размерам-то, да? Ой-ой-ой. Так красиво, я смотрю у вас. Но мне надо идти дальше. Порченый. Нормально такой. Ой, извиняюсь, что я зеваю. Время уже 12:30. Надо спать ложиться. О, спуск какой-то, да? Катакомбы. Отлично. Здесь обитает великое зло. Понеслась. Надо найти это зло и уничтожить. И отправиться на следующую локацию. Так, тупик. Понятно. Да, блин, пропустите меня, ну. Иди сюда. Пойдем наверх сходим. Отлично. Блин, тупик опять. Че за нафиг? Ты где, тварь, спряталась? Еще, походу, не на этом этаже, да? Опять тупичок. На себе. О! Охренеть, слушай. Блин, я все потерял. Жесть. Надо туда возвращаться. А можно как-то туда вернуться? Это понятно? Я негр, ё-моё. Приветствую. Ты не можешь меня туда отправить, да? Капец, ну ладно. Всем пока, с вами был Ангел Рок. Мы на этой печальной ноте заканчиваем серию. Если понравилось видео, то подпишитесь, оставьте комментарий, почему вам понравилось. А если вам очень понравилось, то поставьте лайк. Мне будет приятно. Ланька, всем пока, с вами был Ангел Рок. Всем удачи.